После этого ролика ты обязан научиться кататься на двух задних колесах скейта, а то и сделать мануал иначе. На кой хрен тогда я записываю это видео? Казалось бы, что тут сложного? Поднимаешь нос с доски и едешь вперед. Но тут есть такие элементы, о которых если ты будешь знать, то твой мануал будет намного дольше, чем 2 секунды. И я сейчас о них расскажу. Погнали! Первый важный, нет, важнейший момент, это то, как у тебя ноги стоят на доске. И как ты сам стоишь, как ты держишь свое тело. От этого будет зависеть, ну, наверное, процентов 80 успеха того, как ты будешь правильно держать баланс, катаясь на задних колесах. Как же поставить ноги во время мануала и как делать не стоит? Ошибка, которую при обучении очень многие допускают, это когда ту ногу, что позади, ты стараешься поставить на самый край тейла. Таким образом, будет очень сложно контролировать доску, когда ты будешь ехать на двух колесах. Во-первых, тогда тебе придется приложить очень много усилий, чтобы держать баланс. А во-вторых, доску будет постоянно шатать из стороны в сторону. Ну а на скейте секретное место, поставив ногу куда, будет максимально комфортно ехать и балансировать. Это вот этот самый изгиб. То есть при обучении, если мы поставим ногу вот так, то поднять деку будет не составлять никакого труда и держать баланс тоже. Либо же эту ногу поставить так, чтобы она занимала просто весь тейл. Что же касается той ноги, что впереди. Во-первых, никогда не ставь ноги близко друг к другу. Баланс будет практически не удержать, это будет максимально сложно. Слишком широко тоже ничего хорошего. Поэтому можно поставить ее сразу же после передних болтов, либо же прямо ногу поставить на них. В таком положении ноги у тебя должны вполне комфортно себя чувствовать. Ну а если они у тебя начинают затекать, особенно где-нибудь в этих местах, тогда просто экспериментируй с постановкой ширины ног. С ногами разобрались, но что будет еще влиять на то, как ты долго держишь баланс, катаясь на двух задних колесах скейта? Это, конечно же, как правильно стоит тело. А именно, во-первых, никуда сильно не отклоняться. Ни назад, ни вперед. Второй момент, и он, скорее всего, будет неприятен для очень многих. Мы едем только боком, никак не разворачиваем вперед свое тело. Привыкайте кататься именно вот в таком положении. Если ты развернешься и будешь стараться учиться баланс вот так, поверь, это не самая лучшая идея. Обрати внимание, плечи, они параллельны краям доски. А еще нам во время мануала будет помогать держать баланс наш таз. Он будет двигаться влево-вправо, и мы как будто бы танцуем в этот момент. А что мы делаем с руками, не стесняемся их и расправляем как можно шире, потому что они нам помогают держать наш баланс. А еще, возможно, сложно будет научиться, если скейт сильно наклоняется влево и вправо. Для этого просто нужно затянуть подвески, закрутив вот эту самую гайку. Подтягивай до той степени, когда тебе будет комфортно кататься и учиться мануал. И, конечно, чуть не забыл. Никогда не учись делать мануал на месте. Это самая тупая идея, которая может прийти. Да, возможно, что-то из этого будет получаться. Но оно тебе не нужно. Учись на ходу и запомни, чем меньше скорость, тем сложнее держать баланс. Чем она больше, тем проще. Но на слишком большой скорости это будет все равно сложнее. Ищи ту самую золотую середину, на которой тебе будет максимально комфортно. Но на слишком медленной скорости все-таки не учись. Бери сразу среднячок. Давай скажу пару слов, как это делается на практике. Итак, ты встал, оттолкнулся, сразу встал боком, поставил ноги в нужную позицию, в удобную, и пошел делать мануал. Ничего сложного. Учись поэтапно, увеличивай расстояние, поставь себе задачу проехать сначала 2 метра, потом 3, потом 5, потом 10, и так все больше и больше и больше.